Оцениваем губы. Высота, толщина. Расстояние от основания носа. 2, наверное. 3. От основания до хоботка. 2. 2. Хорошо. От линии смыкания до подбородка. 3,5. То бишь нету этого 1 к 2. Да. Да? А это за то, чтобы либо поднять, либо опустить низ. Объем. Объем. Один к одному. А это за то, что делаем низ. Вверх делаем низ. Но нам сказали, сохнут губы. Кусаю постоянно, потому что не хватает вот этой полноты. Поэтому мы чуть-чуть дадим контур вверх немножко, каплю объем и побольше объем вниз. Угу. Готовы? Угу. Не волноваться. Угу. Вдох, мой миленький. Все, мой золотой, и выдыхаем, и спокойно стараемся. Вот сейчас я буду вводить. Просто простить меня за это. И капли препарата. Голова на месте, не закружилась. Выдыхаем спокойненько. Значит, здесь вы пальчиками, вчера тоже мы говорили, пальчиками вы чувствуете, сколько вы вводите. Здесь малое количество, поэтому вы глазками поршень не оцените. Срез иглы вверх. Да? Капельку выдавили, открываем чуть-чуть, вот так называется. Умничка моя, умничка. Все, мы с этой стороны уже закончили. Вот, все, отдыхаем. Нам не нужен большой контур, его здесь нет. Выражена от этого вот часть тоже. Много здесь не надо препарата. Это нам только вот оформить как профилактику кисета. Чуть-чуть сделать вот немножечко намек на этот белый валик, его сформировать. Живой. Сразу угол, смотрите. Оп. Делаем контур, объем. То есть не сторону полностью, да, потому что отек. Губы, особенно контур, сразу отек развивается. И отек уже нам. Да, сейчас серединочку от перед. Это сделала, а это видите, как пустовато. Вот сюда, последний вкол губки. Все, вот так, все. Верхний за счет контура, сейчас отек, он сойдет. Кажется, и больше. Они сейчас кажутся одинаковыми, но на самом деле это посттравматический отек. Когда контур делаете, всегда эта ситуация, чтобы должна учиться, чтобы она вас не вела в заблуждение, потому что когда вот этот отек уйдет, он будет более деликатной, тонкой линией, и тогда это будет вот в нужном нам соотношении. То есть не надо сильно вводить вот сюда много, не перестарайтесь.